Надеюсь, всех все получится. Напутственные слова молодым спортсменам перед отправкой на турнир. Совсем скоро эти ребята представят Химки на всероссийских соревнованиях «Балтийский берег», которые пройдут 22-26 апреля в Калининграде. Сейчас они уже завершили этап тренировок и настраиваются на поездку. Чтобы поддержать ребят морально, тренерский коллектив организовал встречу с ведущими спортсменами. Пригласили на нее и членов общественного совета проекта «Химки. Интересно жить». Отрадно, что у нас в Химках есть такая сильная команда. Три спортсмена входят в сборную Московской области. Мы желаем удачи, благополучия. Спасибо родителям, тренерам. Всего им наилучшего и удачи. Появление на встрече членов общественного совета «Химки. Интересно жить» было не случайно. Жители городского округа вместе с участниками совета активно включились в работу по выдвижению социальных инициатив. Многие из них касаются популяризации спорта в Химках, в частности, организации спортивных секций и кружков для детей и подростков. Именно эти инициативы члены общественного совета Глеб Демченко и Ирина Беляева обсудили вместе с тренерами и спортсменами. Участники встречи были единодушны во мнении, что если инициативы жителей поддерживать и продвигать, то это благотворно отразится не только на массовом спорте, но и на результатах спорта высших достижений городского округа Химки.